Специального проекта, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, Первый канал ежедневно рассказывает о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня Наро-Фоминск. Через город лежала прямая дорога на Москву. На него напали с двух сторон. Тяжелейший бой шел почти неделю. Но преодолеть этот рубеж фашисты так и не смогли. Октябрь 41-го. Наступление на Москву. На юго-западе немцы рассчитывают прорваться без усилий, выйти на Киевское шоссе. Один город стоит на пути, на него нападают с двух сторон, стараясь окружить. Надежной обороны на этом направлении мы еще не успели создать. Еще бы удар по Наро-Фоминску, и город немцев. Прямая дорога на Москву. За что зацепиться? Прямая дорога. Никаких населенных пунктов не было. Об этих днях Жуков напишет потом. Быть в беде, но первая мотострелковая дивизия подошла. Тяжелейшие уличные бои, порой рукопашные, длились 6 суток. Город бомбили, он полыхал. Силы немцев превосходили на некоторых участках в 5 раз. Наших оттеснили за реку Наро на восточный берег. Отстоять западную часть Наро-Фоминска не удалось, но наступление было остановлено. К Москве на этом направлении немцы больше не продвинутся ни на шаг. Там, где был центр сражений, сейчас стела «Город воинской славы». Там, где располагались наши боевые позиции, теперь парк. Старые деревья помнят обстрелы. Буквально. В стволах остались осколки снарядов. Когда в начале 2000-х годов решили облагородить парк, привести его в порядок и спилить несколько старых деревьев, пила их не брала. Линия фронта растянулась вдоль реки на 30 километров. Гитлеровское командование изначально бросило в наступление 3 дивизии, 2 пехотные и 1 танковую. Поняв, что быстро город не сдастся, подкрепило силы еще 2. У наших Наро-Фоминск защищали только 4 дивизии, которые после объединили в 33-ю армию Западного фронта. Когда она несла потери, места погибших и раненых занимали горожане, не захотевшие уехать в эвакуацию. Они же помогали делать укрепления и рыть окопы. Противник имел превосходство и в технике, особенно в танках. Наши здесь брали хитрости. Там, где сейчас Т-34 на постаменте, была устроена одна из танковых засад. Этот, как и десятки других, был спрятан, врыт в землю. Только орудие его, башня, оставалась сверху, и под прицелом у него находился мост через Нару. Таким образом, этот танк держал под контролем вот прилегающую здесь территорию. Единственным средоточием наших сил на западном берегу была предельно-ткацкая фабрика. Здесь сражались без преувеличения за каждый этаж и каждую лестничную клетку. Перспективы захвата здания, одного из самых высоких в городе в то время, было трудно переоценить. Прорвись немцы на крышу, они получили бы огромное преимущество, наблюдая сверху за всеми нашими передвижениями. Но фабрику отстояли. Построенная в 19 веке со множеством подземных переходов, она еще и из-за них имела важнейшее стратегическое значение. Наша рота стрелковая ночью делала вылазки по используя подземный переход, проходила в этажи и ночные завязывались бои с немецкими захватчиками. А перед рассветом все, они уходили, они были как бы неуловимые. 1 декабря 1941 года немцы предпринимают последнюю попытку наступления на Москву, собираясь прорваться у Наро-Фоминска одновременно чуть севернее Звенигорода, а затем соединить силы на Минском шоссе. Но их планы опять провалились. В историю эти сражения войдут как Наро-Фоминская оборонительная операция. 18 декабря 33-я армия переходит к контрнаступлению. Прорваться в немецкий тыл было почти невозможно. Каждый квадратный метр территории, занятый противником, простреливался или был заминирован. Стараясь избегать уличных боев и беречь силы, наши обходят город с двух сторон. Немцы поняли, что теперь уже они могут быть окружены, и отступили. 26 декабря 1941 года Наро-Фоминск был освобожден.